We awoke changed, burning with power. Impossible power. Новая игра от польской студии People Can Fly была похожа на множество игр сразу. Destiny, Division, Anthem, Gears of War, Remnant и даже немножечко Mass Effect чувствуется. По первым деталям трудно было в этой мешанине вычислить уникальные черты проекта. И вот в первом выпуске ежемесячного шоу Outriders Broadcast углубились в детали игрового процесса и стало лучше понятно, с чем мы имеем дело. Я сейчас вкратце перескажу новую информацию и немного поделюсь своими мыслями на этот счет. Все началось, когда срок годности Земли подходил к концу. Люди по-быстрому нашли, куда свалить. Планета Инок выглядела очень перспективно. Прилетели, значит, начали обустраиваться, а там загадочный сигнал. И пока искали его источник, наткнулись на некий аномальный шторм. Некоторые от него попрятались почему-то в криокапсулах, в том числе те самые Outriders, за которых мы и будем играть. Спустя 30 лет они проснулись, и оказалось, что обрели суперспособности. Ну, не какие-нибудь ультимативные, как в комиксах, но тоже достаточно впечатляющие. When we finally woke, the world had changed. But so had we. И обрели они их очень кстати, потому что весь мир на поверхности зацвел. В плохом смысле зацвел. Живность одурела от новой силы, а гуманоиды выживали как могли, попутно потеряв остатки человечности. В общем, все плохо. А всю эту срань разгребать, конечно же, вам. И тот самый сигнал своей таинственностью уже всех страшно замучил. Это была длинная подводка, чтобы понять, что показали в демонстрации. Нам показали первый город на новом месте. Он получился очень даже хорошенький. Пока его не настиг первый аномальный шторм. Он, собственно, повредил огромный движок от космического корабля, который использовался в качестве временного источника энергии. И он немножко повредился, из-за чего его же ядерный реактор не слабо так жахнул. Последовал голод, радиация, бунты, войны и теперь этот город — территория беззакония. И туда-то нам и надо, чтобы угнать какой-то грузовик с какой-то важной информацией для понимания, что же происходит в новом обиталище. Заиди claims something on this truck holds invaluable information about the anomaly. And a mysterious signal. Сюжет нам обещают выдавать достаточно прямолинейно, без каких-либо сложностей. Будут и персонажи, и записочки. Все выглядит так, как будто у нас и вправду целый РПГ. С выбором диалогов и прочим. Что входит в прочее, я пока, честно говоря, даже и не знаю. Что они под этим подразумевают? Какой-то выбор? Ну, вообще-то может быть. Возможности игроков показали на примере пиромансера. Он в нашем случае она и может быстро бегать. Вообще-то на самом деле они все умеют быстро бегать. В перформе, это местная фауна как раз таки, иногда по-другому просто нельзя. А вообще у этого класса есть интересная способность создавать под собой площадь чего-то, что останавливает противника. Очевидно, скилл полезный и в нападении, и при отступлении, как нам продемонстрировали. Даже на таком коротком геймплейном отрезке стало понятно, что это не совсем уж шутер с сплошняком, проходящий в укрытии. Скоростей тоже хватает, и слава всем богам. Ну еще есть эффекты, кровища, фонтаны из конечностей. Тоже классно, на мой взгляд. Колбаса такая, в принципе, недурственная. Я люблю такое. Звук в игре пока довольно странноватый, но, очевидно, многие моменты по ходу разработки игры изменятся. Вот только убрать бы эти циферки. Вообще-то это можно сделать. HUD очень гибко кастомизируемый. Варьируется от RPG-шного с отображением урона на экране и списком заданий, постоянным висящим перед вашими глазами, до такого минималистичного шутерного, где нужно видеть только ваше оружие, сколько там патронов осталось, и может быть еще и хилзу свою. Но при этом разноцветный лут никуда, похоже, не денется. И тут, знаете, мне это больше всего, наверное, напоминает улучшенный Remnant, чем другие лутер-шутеры или что-то Destiny-образное. Что, в общем-то, довольно неплохая новость. Правда, меньше ближнего боя, но больше способностей, и они чаще доступны для использования, то есть достаточно быстро откатываются. И поэтому динамика очень на хорошем уровне, и в укрытиях не так часто приходится сидеть. В отличие от показанных кадров ранее. Из того, что заметил, еще монстровое мясо неплохо реагирует на взрывы. Это всегда классно.
Отдельно в ролике поговорили и о сложности. Основные принципы привычны. Хотите играть ради сюжета? Пожалуйста. При этом будет не так важно, какой у вас эквип. Хотите испытаний? Тоже пожалуйста. У врагов будут повышаться статы, там, хилза, броня и так далее, тому подобное. А вы при этом получите шмот получше. И награды значимые. Это штука такая для любителей лычек, которые, на мой взгляд, зачастую бесполезны. Разница лишь в том, что уровней аж 15 штук. И доступ к следующему надо заработать. У нас есть для этого специальная шкала на экране, рядом с уровнем, которая заполняется только за боевые свершения, но никак не за прохождение заданий. И уменьшается, соответственно, с каждой смертью. То есть это как вход в интернет по паспорту. Не отрастил себе хвасталку достаточно длинную, не пустят тебя на гига-мега-ультра-хард. А если оказались достойными, то вот вам ништяков, чтобы прожить там хоть чуточку. Ну и очевидно, сложность зависит от количества игроков. Их всего может быть 3. И 3 это, на мой взгляд, в самый раз. Также нам подробно рассказали об одном из 4 классов. Пиромансера скорее показывали, а вот в работу Трикстера прям-таки углубились. Его назвали ассасином в ролике. Ну, видимо, в каком-то своем понимании этого слова. А вообще он должен запрыгивать прямо в кучу малу, моментально раздавать всем на орехи и также быстро сматываться. Впрочем, у нас, конечно же, будут и вариации, которые можно обыграть в прокачке. Архетипы всего лишь 3, но с гибкой настройкой. Можно качать один, а потом плавно перепрофилироваться в другой. Правда, не везде и всегда в определенные моменты, но так или иначе, иначе это можно сделать, если вам что-то не понравилось или вы хотите как-то изменить направление своего развития. Подбор шмота, конечно же, очевидно, тоже будет влиять на то, каким будет ваш трикстер. Всем очевидно, что циферки это очень скучно, поэтому давайте о приемчиках. Ну, например, на выбор у него есть 2 рукопашных приема. Один с места оглушает и замедляет врагов, а второй прокачанный. Делает это прямо на ходу. Еще он станет бить по области. И с трикстером вот какая интересная штука. Лечимся мы, нанося урон. То есть укрытие для него скорее самый-пресамый последний рубеж. По-хорошему всегда надо бросаться в пекло. И с учетом работы класса в принципе на коротких дистанциях, ему за нанесение урона еще и энергетический щит положен. Тем самым еще больше поощряя агрессивный стиль. Для этого у нас есть аж 8 активных скиллов. Пока показали всего лишь 4. Темпоральный срез, еще одна атака для коротких дистанций. И тоже парализует противника. Эффект очень круто, на мой взгляд, выглядит. На время действия проявляется скелет врага. То есть вы всегда четко сможете определить, работает ли эффект или нет. В свою очередь, время взаймы накидывает щит и создает, скажем так, точку сохранения, в которую можно переместиться из неприятной ситуации. Умение замедляющая ловушка создает область, в которой враги и, внимание, их пули действуют крайне медленно. Последним показанным навыком можно выбрать любого противника и телепортироваться ему за спину, при этом опять же получив щит и замедлить его. Комбинирование скиллов — вот где прелесть Outriders, судя по всему. Уже сейчас видно несколько очевидных приемов, которые, мне кажется, изрядно могут повеселить в бою. Когда ты постоянно кому-то за спину прыгаешь, всех выносишь и быстро исчезаешь, а потом приходят твои напарники и зачищают все, что осталось. Ну а конец презентации отвели на ответы на вопросы. Там все очень просто. Спрашивают, это игра-сервис? По словам разработчиков, нет. Она выйдет целехонько и самодостаточно. Добавки, конечно же, вопрос времени, но главное, как я полагаю, они хотели сказать, что нет нужды в игре жить, чтобы получать удовольствие. Но на самом деле, наверное, кто-то будет там все равно жить, потому что получает удовольствие. Но заставлять никто вас не будет. То есть, получается, не будет какого-то гринда, я не знаю. Обычно это олицетворяет игры сервисы. Но так или иначе, все будет на месте сразу. Не нужно ничего будет ждать и покупать какие-то батл-пассы или подписки. Спросили также, какую часть игры разрабит в данный момент. Сейчас стадия разработки близка к финалу. То есть в основном вычищают баги, балансят, улучшают те или иные аспекты. То есть, например, анимация там-сям может измениться. Но ничего кардинального, я так полагаю. Микротранзакций в игре тоже не будет. Динова тоже не будет. Ну и последний, какую часть игры вообще показывали? Говорят, что это всего лишь несколько первых часов сюжетной кампании до сих пор были продемонстрированы. Так что нас ждет куча всего. Новые локации, монстры, ну и так далее, тому подобное. Но самое главное, что постепенно про игру будут рассказывать и раскрывать новые детали. И в том числе в подобных трансляциях. И вот знаете, на мой взгляд, новая демонстрация значительно более убедительная, чем первая. Получается не очередной такой шутер с укрытиями и с гриндом по самое горло. Понравилось, что игра довольно шустрая и можно раздирать врагов в мясо. В том числе неплохие эффекты и брутальные приемчики. Ну
ну еще смачные хедшоты. Простые шутерные радости. Считайте меня заинтересованным, и я планирую играть. Жду новой информации.